Пожар в доме номер 20 сначала издалека приняли за возгорание в соседнем детском саду. Оказалось, горит квартира. Ее жильцов срочно эвакуировали. О причинах возгорания рассказал сам хозяин. Во двор он выбежал в одних трусах. Не затушили бычок. Уснул, что ли? И уснули, да. Еле выбежал. Маму еле выдернул с женой. Ее на скорую увезли? Вот ее сейчас на скорую увозят. Женщину, надышавшуюся угарным газом, госпитализировали. Больше пострадавших не обнаружено. Правда, теперь жильцам придется держать ответ перед соседями. Задымление навредило и жильцам рядом расположенных квартир.